Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Снимаем свой сюжет на нашей ферме в Илинском районе, в Пермском крае. Сегодня мы будем делать клетку. Клетку для кур несушек. Я сварил вот такой вот каркас. Из того, что было. Арматура и квадратная труба. Все это дело покрасил. Это все сварил вчера. И купил сетку. Вот такую сетку. Здесь я уже отрезал на пол. На пол у нас будет сечение. В общем, вот такая вот. Это я на пол взял. Так как проволока тонковата, желательно бы, конечно, 2 мм. Из-за этого я сделал такие ребра жесткости, чтобы она уже никуда не делась, и куры ее не прогибали. Будем надеяться, что это поможет. А на стенки и на крышу взял вот такую сетку, по-моему, 5 на 5. Да, ячейка 50 на 50 миллиметров. Сечение тоже 1,6, длина 25 метров. Вот такой рулон стоит 2200 у нас в Перми, а тот тоненькая стоит 1800, но там 5 метров. Вот. Длина 5 метров. Тут. Стоит 1800. Здесь 25 метров. И стоит 2200. Ну, сейчас мы будем собирать. Видео не буду включать. Думаю, тут ничего такого сложного. А потом уже сниму готовый результат, что у нас получится. Вот такая вот клеточка у нас получилась. Еще нужно доделать поилки. У нас будет кормушка, здесь у нас будет вход, вот. Ну, в принципе, ничего сложного, день работы, клетка готова. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!